Сегодня, 5 октября, наш район присоединился к республиканской акции «Зеленая Башкирия». В течение этого дня в сельских поселениях в самом городе Янаул будут посажены кустарники и деревья различных пород. Более 4000 саженцев найдут свой новый дом. А в нашем районе появятся новые аллеи. На сегодняшний день запланирована посадка деревьев на территории 12 сельских поселений, плюс на территории города Янаул. По территории сельских поселений посажено уже около 3500 деревьев, из них крупномеров 200 штук. В городе запланировано посадить 700 деревьев, крупномеров около 400 штук. Жителями деревни Ахтиал решили посадить деревья вдоль дороги Ахтиал-Сабанчи. Почему мы выбрали именно эту местность? Потому что зимой, во время большого снегопада, дорогу заметает. В целях снегоудержания решили посадить деревья, посадку. Ну вот сегодня мы посадили около 1000 штук. Компания «Роснефть», в том числе являющаяся дочкой «Башнефть-Добыча», приоритетом является в том числе экология. В связи с этим мы ежегодно участвуем в таких акциях. Погода очень замечательная, очень прекрасная акция. Мы, я думаю, что делаем очень большие дела в нашей республике, Янауле, Янаульском районе. Я думаю, что высаженные сегодня деревья уже буквально считанные годы уже будут зеленеть, как Янаул еще краше будет. Я думаю, всех я поздравляю, янаульцев, с этим прекрасным праздником. Это на самом деле праздник души, праздник настроения.